ходить. О боже, какой прыжок! Или боженьки, что ж вы вытворяете? Как там можно лазить? Галчата ТВ. Всем привет, ребят! Вы на канале Галчата ТВ. Сегодня мы решили усложнить задачу для наших котят, для наших маленьких трех мышки-котов. И решили сделать им полосу препятствий для котят. Или такой вот своеобразный лабиринт из лент. Мы думаем, наши котята готовы служить в армии и возьмут эту полосу. Тебя впереди ждут очень угарные моменты, поэтому обязательно досмотри это видео до конца. Ну а перед началом поставь лайк и обязательно подпишись на канал, если ты еще не подписан. Давайте начинать! Галчата ТВ. Когда мы сделали полосу препятствий, мы обнаружили один момент, что наши котята уже подросли и пытаются вылезти из манежика. Нужно все-таки убирать домик, иначе это может закончиться... Ну, наверное, упасть будет еще больновато для таких малышей. Посмотрим, что будут чудить наши котята. Вы посмотрите, как он ходит. Я просто не понимаю, как они умудряются ходить так по ленточкам. Рыжий Кузя так внимательно осматривается, не спешит залезть. Вот, кстати, принял правильное решение пролезть под низом. Ну, а черные котята, как вы видите, у нас они более подвижные, они так активнее перепрыгивают. И, по-моему, им эта полоса препятствий очень сильно нравится. Что думаете, пишите мне обязательно в комментариях. Что сейчас будет происходить? О боже, какой прыжок! Да, учитывая, что высота приблизительно до шеи, я бы лично не перепрыгнула через веревку, которая была у меня на уровне шеи. Но, как видите, наших котят этим не остановить. Вот реально, когда я за ними наблюдаю, мне даже не верится, что это те маленьких три замерзших котенка, которых мы спасли буквально недавно. По-моему, это три бармалея, ну, как три мушки-кота, как минимум. Что они, конечно, вытворяют? Боженьки! Рыжий Кузя, давай! Давай, вперед! Я за тебя лично болею, мне почему-то кажется, что это полоса препятствий, вот ты должен взять и должен победить. Кстати, в принципе, это такой своеобразный челлендж для котят, да? Ребят, кто у нас будет быстрее, кто будет проворнее, кто справится с этой полосой препятствий, кто справится с этим необычным лабиринтом? Ну, посмотрим, посмотрим. А вы, кстати, пишите в комментариях, какие еще задания вы хотите для наших котят, с которыми они должны справиться. Кстати, у нас есть еще просто отличная новость, что наши котята наконец-то начали кушать. Ура! Потому что, как вы помните, когда мы их нашли, они не ели. Боженьки, что ж вы вытворяете? Как там можно лазить? Черныш, вот ты мне расскажи. Я даже не вижу. А, это Тёма был. Тёма, как ты можешь лезть по этим веревкам? Муся, что ты вытворяешь? Вы просто настоящие, там, я не знаю, если вас отправить на Олимпиаду, вы точно взяли бы все медали, я просто в этом уверена. По-моему, они вот просто получают огромное удовольствие от этого лабиринта. Вот у них, у меня такое чувство, что они как маленькие дети. Для них это, видите, ах, Муся решила то ли как на качели покататься, то ли полазить как по канату. Я, честно говоря, не ожидала, что наш вот такой импровизированный лабиринт вызовет у них столько эмоций. Но они вот себя ведут как настоящие маленькие детки. Кузя, давай, не виси там на этой ленточке. Как они классно прыгают. Вот вчера у нас было видео с крыльчатами. Мне такое чувство, что это так... Они ведь соревнуются, кто из них лучше прыгает, крыльчата или котята. Тёма, что ты творишь? И сверху, и снизу, и снова сверху. Перепрыгивают, жуют. Муся. Такое впечатление, что они драки хотят соединить с вот этим вот прыганием по канатам. Ихние, кстати, драки маленьких котят, вот этих их игры, они такие забавные, они такие выясняют, кто из них главный, даже в таком маленьком возрасте. Причем это делают в виде игры, это настолько забавно. Ребята!
Кузя! Кузя с Тёмой, два мальчика, и вот они постоянно вместе каким-то клубком прям катаются везде, где только могут. Муся немножечко в сторонке, то есть Муся как девочка, так она может, она очень активная, она очень много играется, но в их мальчишеских разборках она участвует гораздо реже. Ребята! Пишите мне обязательно в комментариях, как вы думаете, кто в этом своеобразном челлендже у нас был более активный. А, пришла еда, ну конечно, игры играми, а обед по расписанию. И наши котята бросили свой лабиринт и побежали кушать. Ну что, ребят, я надеюсь, это короткое видео вам понравилось, и вы поставите им лайк. Ну как же можно таким маленьким котятам поставить что-то другое? И мы с вами обязательно увидимся в следующих сериях на нашем канале Галчата ТВ. Всем пока-пока и до новых встреч!